Мы не раз говорили, здесь нарушение федерального законодательства и регионального. Все эти земельные участки вместе с Волгой были отведены пользователям, и, соответственно, где-то аренда, где-то это была и собственность. Хорошо то, что удалось назад все это вернуть, собственность государства, города. Это позволяет нам сейчас обсуждать проект. То есть мы его не могли бы с вами даже вот обсуждать, если бы только вы не провели эту работу. Волга возвращается жителям именно благодаря принципиальной позиции прокурора области, исполняющего обязанности губернатора, который этим вопросом заниматься начал еще в прошлом году, будучи председателем правительства, мэра города. И надо все это довести до конца. Как только будут завершены работы по экспертизе проекта, мы этот вопрос обсудим и постараемся сделать все для того, чтобы обустройство набережной продолжалось, и мы вышли бы с вами уже на благоустройство всей береговой зоны. При этом вы правильно предлагаете начать зону непосредственно затона, которая привлекает людей, где можно обустроить пляж и двигаться уже в сторону, соответственно, старого моста и дойти до как раз вот того места, где город завершит работы 29 августа.